Факт. Так, теперь все должно быть нормально. Ну, здравствуйте, здесь я, здесь Лера. Это была, собственно, моя музычка. Cross Dirt. До этого был трек от исполнителя Netorare, который тоже я. Я же элита, я же известный музыкант. На весь мир известный. Как бы платиновые альбомы, куча фанатов, фанаток, деньги, наркотики. Я рок-звезда, так что... Так, нойз-звезда. Да, сегодня играем в Айзека, наверное. Да, в Айзека, может, еще верно. Попытаемся... Наверное, сегодня дейли пройдем, раз все говорят, что хороший дейли. И, фак. Дейли, а потом ачивочки, я полагаю. Да, всем привет. Hello. Остальные вещи. Рок-звезда, но из концертов. Да, надо запилить концерт, позвать всех из группы и отыграть концертик, верно? Так, я спойлеры прогресса. А, пошли на дейли лучше. Дейли у нас Айзек. Так, и мне, значит, говорят не брать гильотину, так что... Главное, на втором этаже там огни слови. Не обещаю. О, боже, еще на мегастану идти. О, нет, только не... Не этот. Не Glass Cannon, плиз. Нет, нафиг Glass Cannon. Так, рерол. Hot Bombs возьму. Почему нет? Пока ничего особенного, конечно. Но посмотрим. Да, привет, 223, Серик, 322. Классный ник. 223, 322. Все симметрично. Хотя нет, это не симметрично, это получается... 3, 2, 2... Это ведь получается этот... я слово забыл. Фак, я забыл вот этот, когда типа и слева, и справа читается одинаково. Точнее, не-не-не. Этот, палиндром, верно? Ладно, неважно. Окей. У меня первый ролл был на Даркбама. Но это, наверное, из-за того, что, собственно, у нас разное состояние игры, может быть. Из-за того, что не все предметы открыты, может быть, так. Потому что у меня-то далеко не все. Мне еще 20% ачивок. Так что, ну, может быть, у меня будет немножко другой дейли, кто знает. А может, оно так не работает. Но странно, что у тебя был другой рерол тогда. Так,
тоже хатбомбс. Ну, черт его знает. Черт его знает. Окей. Черт, нужно ждать качества. Ну, да, наверное. Ну, что поделать? У меня нет партнерки с твичом, так что я не могу делать так, чтобы у меня качество было изначально. Это было плохо. Так, надо его втолкнуть в огонь попытаться. Сомневаюсь, что у меня получится. Да. Хрен с ним. Нет, на Дели у всех открыто... А, на Дели все... все у всех открыто? А. Ну, тогда черт знает. This game works in mysterious ways. Так. Cube of meat. Ball of bandages, я имею в виду. Окей. Окей. Basement 2. Главное действительно урон не получить. Я очень сомневаюсь, что у меня это получится, если честно. Я себе не доверяю. Окей. Сегодня послушал Мурилина. У тебя в какой-то веке появился достойный конкурент. Мурилина? Я не знаю, о ком ты. О чем ты, о ком ты? Почему у меня вдруг конкурент какой-то? А, Мурилина. Я совершенно не в курсе, о чем ты. О, фак. Уж постарайся. Я постараюсь. А! Как же хорошо, что для мега-станы забега дают сразу ключ. Так, там бремуха. О, я почему-то это ожидал, в общем-то. Бремуха. Ну что, на бейсменте действительно надо постараться. Если что, я воспользуюсь бомбами. Так что. Ну, Мурлин. Мэрилин, Рейнрей. Рейни Рей. Я не буду даже нажимать. Меня не особо интересует. Так. А конкурент почему? По музыке? Почему? Так прямо по музыке. У меня конкурентов по музыке нет, потому что у меня как бы самой конкуренции нет. То есть. Я никуда не продвигаюсь и так далее. Bob's Brain, fuck you. Butterbean. God damn it. Я возьму HP. По нойзу. Я лучший нойз-музыкант, так что нет у меня никаких этих конкурентов. Очевидно. Еще я самый умный. Еще я самый популярный. Это тоже все правда. Факт. А! Диди! О! Я чуть не получил урон. О, боже, это было близко. О, фак. Хе-хей. Я совсем не испугался. Совсем не испугался. Совершенно. Фью. У меня аж руки вспотели. Окей, мне нужно HP. Фак. Это было близко. Да, привет. Tea time for you. Киончик. Окей. Так, вы, ребята. О! О, хорошо, что я купил HP. Хорошо, что я купил HP, реально. Фью. Fuck you, монстра. Fuck you. Давай, прыгай. Найс. Окей. Ура, Бримстоун, действительно. Попробуем вот это сделать. Кстати, насчет Санс, попробуем на атаке, где он тебя в сторону швыряет, просто зажимать кнопку прыжка. В смысле? В смысле просто зажимать? Какую-то сторону или что? Как бы. А, пофиг. Я думаю, оно того стоит. Да, я думаю, оно того стоило, определенно. Сейчас еще Людовичу будет. О, окей. Окей. А, у меня денег на батарейку. Я не очень понял насчет зажимания, честно. А, что я делаю? Я же взял HP апгрейд. Окей.
О, Бримстоун, это классно. Обожаю Бримстоун. Все любят Бримстоун, окей? Полагаю, я возьму. Батарея пойдет. Пойдет. Так. Там была батарейка? Да? Я пропустил батарею? А, точно, там же была батарейка. Ну, уже поздно. К сожалению, уже поздно. Так, там же надо прыгать. О, фак. Чувака, который спидранил киноцит и зажимал то ли Z, то ли X. Я не очень понимаю суть, но... Я не удивлюсь, что я на этом забеге вообще облажаюсь. Просто потому, что... Я давно что-то в Айзек не играл. Нет, я шел не за батарейкой. Я шел посмотреть, что в той комнате. Окей. Окей. У меня нет ничего. Честно говоря, я не знаю, зачем я вообще шел. Так, это у нас... Так. О, фак. Бомбочки. Найс. Так, тинтетрок. У меня нет ключей. Дай мне ключ. Это обратно. Обратно я ключу. Так, никакого проклятия нет. Я знаю, что на одном из этажей будет этот... гильотина. Фак. У меня такое ощущение, что я просто облажаюсь на этом забеге, если честно. Не знаю, что я плохо сегодня очень играю. 3 цента. Посмотрим. Окей. Изи. Да, изи было бы, если бы я еще убил этого врага. 2 золотых ключа, это многовато. Кстати, мы можем теперь назад вернуться. Ай, щит. Та-та-ра-та-та-та-та. Карта. О, действительно, Людовича. Найс. Хотя это не самая лучшая вещь с этим. С хашем. Эти картинки копил неделю, а ты их даже не смотришь, фэггет. Я не знаю, мне как-то пофиг. Я насмотрелся на Undertale Art. Там есть такая-то гифка с мафией. Уу! Щет, нига! Уу! На самом деле, достаточно странно. 34 по Undertale, это странно. Гильотина — это тирзап и дэмджап. Я в курсе. Я в курсе. Только не надо мне, пожалуйста, сообщать, что делает гильотина. Я все равно не буду брать гильотину. Ни в коем случае. О, вау, это действительно очень хороший забег. Вау, это было плохо. А, я возьму HP апгрейд, хрен с ним. В одном из магазинов кейс карт для хаша. Ну, в любом случае, у нас денег нет, так что... Идем дальше. Надеюсь, это не в этом магазине. Так, Curse of the Blind. Окей, значит, на этом этаже, в этом руме мы ничего не берем. Просто пропускаем. Я открою. Серьезно? Надо будет для магазина использовать. Окей, вот он и этот там item room. Я не трогаю гильотину. Нахрен гильотину. Так. Было бы классно, если бы этаж это женская... Фак, серьезно? Этаж это женская... женского рода. На этой этаже. Найс. Так. Читер. Ах, хаус-карт для хаш как раз на этаже с хашем. А, окей. Тогда все хорошо. Я думаю, на этом этаже мы закончили. Серьезно. Чтобы побыстрее закончить забег, чтобы больше очков было. Кубиком поменять? Да, можно, но у меня даже ключа нет, так что... Мистер Долли, я не против. Особенно из-за HP. Я не знаю, что это за предмет. Но у меня такое ощущение, что я хочу его реролить. Если честно. Гаппи спот. Фак е! Окей. Я валю с этого этажа сразу. Только возьму то HP.
Так, еще не самое страшное, я уже видел козломам грязных подкушек. Не, Nine Lives у меня был на предыдущем этаже. Окей. Не. А не, Чан. Ты не хочу я туда идти реролить? Да, у меня были ключи, но мне не хотелось этого. Как называется? Рерол идти. Собирать. Секретная комната, я это гарантирую. Окей, я это не гарантировал, вам показалось. О, фак. Хаш ведь теперь дает очки, да? Потому что раньше он то ли забагован был, то ли еще что-то. Temperance. Так, этот забег действительно очень хорош. А, фак. Так. Да, я вас проверял именно. Ты мог бы и лапку переронить. Мог бы. Ты не ошибаешься, все верно. Еще я мог бы быть известным ютубером, как PewDiePie. Мог бы. На самом деле, нет, не мог бы. Да, оно того стоило. Вау, эти шипы не отключаются? Окей. Я думал, они отрубаются. Мог бы. Окей. Там никель? Пофиг. Еще ты мог бы никель не пропускать. Действительно. Да, я просто, я не знаю, слишком хороший забег, мне как-то пофиг. Ну, блин, никель, ну, хрен с ним. Больно надо. Chaos Card мы в любом случае купим. Денег хватает. Не проблема, реально. Perks. Я еще не открывал эту пилюлю в своей игре. Это хорошо. Но я не буду брать. Это хорошо, но я не буду брать. Да, но по идее, Perks просто дает этот... это Damage Up. Perks дает половину урона на комнате. Ну, короче, вейфер на одну комнату. Насколько я знаю. В всяком случае, из-за синего свечения. Так-то я подтвердить не могу, что это именно это делает. Так. Окей, изи. Нет ничего хуже хентая по Undertale, Кобра хентая. Да ладно, там есть сносные картинки. Честно, есть сносные. От которых, которые отвращения не вызывают. Range up не нужен. My Shadow я не хочу. Я возьму Incubus. Фактически Лео Бримстоун. О, fuck yeah, Magic Mushroom. Окей. Так. А видели 34 по Симпсонам? Вот где самое... Вот где самый сок. Да. Если сок, то только томатный. Хотя, окей, томатный сок, он неплохой. Мне нравится томатный сок, но если его пить много, он отвратительный. Он просто мерзкий. Чуть-чуть томатного сока очень даже неплохо. Окей. Нет, не стоит того. Хороший собег, мне нравится. Окей. Кстати, вообще я должен исследовать все комнаты. Да. С этого этажа я начну исследовать все комнаты. Потому что, типа, по идее, exploration бонус — это за то, что ты исследуешь полностью этаж. Так что так я и буду теперь делать. Да. Я не знаю, считаются ли вот эти вот комнаты. Считаются ли комнаты, которые закрыты, или нет? Так. Сообщите мне, плиз, считаются ли закрытые комнаты... Вау, серьезно? По идее, это нам еще не делают. Континуум. А нет, смотрите-ка, делает. Именно такой реакции я, в общем-то, и ожидал от этого предмета. Ну, не реакция, я помню, что... Эффекта. Фак, я ненавижу этого врага. Я не воспринимаю это мотосок как напиток.
только как ингредиент. Я могу это понять, в общем-то. О, еще один бримстоун. А, нет, подождите, его просто слезы стреляет. Не совсем понимаю этот предмет. Он работает как инкибус, но не совсем. Так, два ключа, это отлично. Но в магазин я не пойду. Окей. А, мы еще, естественно, завершим босс-раш. А, фак. Я отвлекся. Слишком много говна на экране. Окей, Крэмпус, дай мне Lamp of Coal. Он недавно. Мы можем реролинуть, но я лучше реролю 4 предмета, чем один. Так что. А, ну, значит, 2 предмета. А, релик, это прекрасно. Да, я думаю, я возьму релик ради выживания. Глупо было бы его не брать, верно? Было бы очень глупо его не брать. Так, никто мне не отвечает насчет исследования. Ну и черт с ним. Я не собираюсь.